Сейчас мы идем вот на ту улицу и снимаем улицу Жуковского, знаменитого русского живописца. Он написал много картин с морем, написал этот медведей трех там на деревьях. Жуковский вообще один из моих любимых художников. Мы сейчас находимся возле здания Новотель. Что вы чувствуете? Я чувствую, что это здание не очень. Я чувствую, что кто-то... Я чувствую, что я знаменит. Я прекрасен. Меня снимают все подряд. Вот. Холодновато. Но это здание, наверное, прекрасно вписывается в окружающее. Вы думаете, все-таки вписывается, да? Я достаточно знаменит, чтобы быть на интервью. Я расскажу вам больше. Хорошо, давайте. Это улица, улица Маяковского, знаменитого русского живописца. Сегодня вы обратите внимание, что он моими словами сейчас говорит. И так всегда, сколько я с ним знаком, все мои песни, все мои стихи, вся моя музыка попадают на альбом Ильи Орлова. Почему? Без всякого... Это какое-то безобразие. Вы пробовали обратиться в суд? Да, с этим посудишься. Я, в общем, прощаю все. Подружимся. Пока. Как у тебя вообще жизнь там, хорошо? Ну, вот видишь, семья, дети на шее сидят. Да, такие хорошенькие, милые детишки. А ты как сам? Да нормально, вот, что-то прохладненько только немножко. Ну вот. Чего делаешь? Я живу тут, в принципе. Куда пошел? Илья! Куда пошел? Я представляю, как это будет все после постпродакшена. После постпродакшена? Это будет все такими большими, большими спецэффектами, со взрывами. Взрывов будет много. Дым там, все такое, бегущие конницы. Привет, Маша. Привет. У тебя есть время? Да. Ты будешь с нами гулять? Да. Отлично. Привет, Маша. Да. У тебя есть время? Нет. Отлично. I can't find it anywhere. Actually, it's not safe. I'm to the вокзал, Moscow. Sorry. Там Садовое. Tell me what you need. What do you need? I need. You see this? Садовое кольцо. I think it's the wrong way. You cannot go on Садовое кольцо here. Why? See, too far? You should. Moscow. Come yeah, on. It's Moscow. It's Moscow. It's a bit. It's about 8 hours by train. Oh, the wrong man. But yeah, wrong man. I think Садовое я буду check here. Садовое. Where are we? Somewhere like here. Oh, really? Really close to this. Oh, how do I spell this? Садовое. That's right. Very good English. Really? Yeah. Thank you. It's really cold in here. Russian women. Oh. Russian women ate it, maybe. No, I. Okay. Я уже это 24 года. Надеюсь, в листьях там ничего нету. Как вы считаете, вообще удачный был сегодня концерт? Отстой. Да блин, мне так надоели эти неудачники. Вообще, я не знаю. Ну что, нет? Без денег, без всего. Взяли бы нормально, записались бы, отдали бы на студию какую-нибудь. Да просто пошел бы на работу, в конце концов. Сиди здесь подзаборно. Ты видел, у него вообще 2 рубля там в копилке.
Так он, конечно, крупный прячет. Нет, в принципе, таких бедно подают. Мне кажется, они сразу просто убирают это сам в карман. Жалостливый вид. Не сразу в карман кладут, просто все без дела. Сотенные долларовые, конечно. Они отдельно в пачки складывают. Ага. Это все, что останется. Спасибо, дорогая. Это все. Я суп варю. Что возьму я? Не стесняйтесь. Автограф 10 рублей. 10 рублей? 10 рублей автограф. Вам за кого написать? Могу за Кобзона, могу за Ширвинта. За Маккартни 20. Да. Киркорова бери, Киркорова. За Киркорова? Не, не надо. Не любите Киркорова? 14 октября. Октябрь, что ли? Октябрь? Оставили солнце? Все. Хорошо. Седьмой вы сказали? 2007. Я вам сейчас телефончик свой напишу. Если нужны будут заказы, у него там, еще и телефончик есть. Если... А, ну невкусно. Я вот не буду это ем. Если нужны будут какие-то заказы, корпоративочки там, банкеты какие, я с удовольствием приеду. Звоните. Спасибо вам. Давайте. О, все, мне бы части. Вы бросали хоть раз здесь что-нибудь, Илья? Я здесь всю свою зарплату оставляю. Да вы не мне говорили, вы что, вы какому-то бомжу говорили. А он был похож на вас. Да? И в этот теплый летний день, в этот... Смеется постоянно. У него нервничек все в порядке.